Но я своего мутанта уже создал. Здорово, ты тоже как фрик отбитый приоделся. Да, но только я не это. Че? Тело не менял. Ты, кстати, присядь, тут у меня подарочек для тебя есть. Что это за груши? Че у тебя такие руки длинные? Почему на меня напала колбаса? Че он за мной бегает? А я ее тебе дал. Стой, дай я ее от тебя оторву. Ее можно к тебе прицепить, смотри. Сейчас к голове. Стой, 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 у меня есть отличная идея. Это так смотрится тупо. У меня розочка, не подходи. Все, поехали. О, у меня есть ружье, дядя, отцовское. Ты патроны не забудь. А где патроны? Вот лежат, баночка круглая. Я сейчас догадаюсь, как зарядить ружье, и я устрою здесь геноцид. А что там за заяц бешеный, посмотри на него. Еба, мне надо срочно зарядить оружие, блядь, закрывать. Сука, он хочет залезть к нам. Как зарядить? Что с тобой такое? Да чё он орёт-то, блядь? Сука! Что? Заяц к нам запрыгнул. Вот он мёртвый, ты посмотри, блядь. Псих, блядь. Я хочу попить. Какой нахуй свисток? Дай-ка я поставлю английский язык, а тут вообще нихуя не понятно. Хватит сиги разбрасывать, какая-то колбаса валяется. Ты видишь, как я курю рукой? Не поднимай так руку, это слишком опасно. Так, а как... Как писать, какать? Объясните, пожалуйста. А как какать? Давай к нам в машину, стой. Самое главное набираем. Нам нужны сигареты. Самое главное мы должны взять с собой. Я нашел то, что нам точно будет необходимо. Это что такое? Это нам точно необходимо. Это чье? Это что такое? Вот здесь валяется, это чье? Я не знаю, чье это. У меня сига не курица. Вытащи ее у меня изо рта. А как мне выбросить? Ты вот чего у тебя с глазами, они у тебя сейчас стрельнули? У тебя нету сиги в артах. У тебя тоже, кстати. Чё ты сейчас нажимал? Да, вот чё ты сейчас нажал? Правую кнопку зажми. Кто-то насрал под кровать. Во, вот эта штука нам точно нужна. Да у меня сиги повсюду, блядь, я весь в сигаретах. Они у тебя из рук высыпаются. Ебать, ты навалил, дядя. Ты смотри, ты чё наделал. Иди мойся. Сука! Ты чушка, блядь! Алло, алло, ясно. А у меня, да, зажми В. Близко, галочку. Ты говно в лицо. Бля, иди сюда. Сейчас я в багажник положу патроны. Возьми говно, взял? Да. Теперь на тап нажми. Теперь левая кнопка мыши. Я смотрю на свою попу. Она подкачанная. Моя жопа прекрасна. Ебать, ты как солевой выглядишь просто. Помогите. Почему я стремлюсь к твоей ширинке? Мы такими темпами из гаража вообще не выйдем. Нам на полную машину говна направили. Ты что это было? Зачем ты говном багажник закидал? Теперь у нас и магнитолка хорошая стоит. Блин, это что, Жигуль, что ли? Там реально такие же элементы управления. Так, заводим. Все, погнали. Ну а ну, заяц, стоять. Куда пошел? Блять, как тоскает. Тут смотри, ска. Нам надо до ближайшей заправочки доехать, если мы вообще найдем ее. А? Как тебе такое? Блин, нахер ты в меня заглянул? А, у нас, оказывается, есть тут сигареты и патроны для винтовки. Отлично. Мне нужна сигаретка как раз. Сига на капоте лежит, стой, надо поднять ее. Все, я закинул. Нормально, я покурил. Ёп! Что-то, бля, суету навели в пустыне, пацаны. Кому еще протянем в такой поезд? Че? Что происходит? Почему? А, типа нам больше не понадобится бензин. Ты нахер нам машину разобрал? Где спидометр? Я не знаю, сколько я еду. Зачем ты оторвал его? А? Признавайся, он зачем? Нахера ты его оторвал? Зачем ты его вырвал? Сука! Что произошло? Что ты наделал? Все, движок сгорел. Как он сгорел? Что ты сделал? Еще я просто дверь. Закрой дверь. Останови машину. Не-не-не-не-не, мы докатимся самокатом. Сука, не оттягивай, мы должны доехать, и нас убьют. Это земля зайцев. Дай-ка я настрою зеркало, подожди. Нифига, я какой жесткий. Смотри, как мы едем. Почему у нас сзади двери открыты, блядь? Закройте их кто-нибудь. Так, ребята, проверяем обстановку. Я думал, это нефтевышка, это охотничья вышка оказалась. И что нам теперь делать? Есть пиво, бинокль и свет. Блядь, дядя, я уже не могу, мне надо срочно...
Лови. Погоди, надо свет выключить, а то аккумулятор сядет. Давай я за руль сяду, а ты будешь... Она завелась! Стой! Чё заяц выпрыгнул? Так, подожди, надо с ним разобраться на. Разбирайся, а я за машиной. Так, открываем бензобак. Пустой. Ссы в него. Сколько она заполнена? 1 литр у нас есть, 31% алкоголя мы заправили. Ну, с богом. Не заводится, дядя. Блин, опасная крейсерская скорость нашего Жигуля. Как бы не перевернуться. Опа! Ну, теперь у нас точно машина не задымится, потому что я масло полный бак налил. Двери сами по себе открываются, что такое? Спокойно, дядя, вывозим! Нас заносит. Ну, только не сломай машину, пожалуйста. Блин, ну в этой вышке должно быть что-то. А, это водонапорная, что ли? Блин, а есть бензинонапорная? Там вот такое, типа, на разрушенное здание, что ли, похоже? Что это? О, бля! Заяц! Где заяц? Меня загрыз заяц! Помогите! Ты что, в тёлку превратился? В смысле? У тебя, блядь, длинные волосы появились. А, это после смерти, походу, таким становишься. Давай его к нам положим в машину. Заметил, машина как будто чище стала. Так надо окошко приоткрыть еще, дядя, а то что-то это добздели как следует. Не, в таких случаях надо наоборот в тачке окна закрывать. Помню, с одногруппником ехал на машине, он как бзнет за рулем и заблокировал все окна. Я такой говорю, сука, открой. Еба, вот это дубайские дрифты на двух колесах. Ну, у нас кончился бенз. Эх, шел уже. 30-й день, как мы идем по пустыне. Так а ты ее не руками толкай, а просто беги на нее, как в Сампе. Просто у меня тут высвечивается, что я типа могу толкать с этого. Блин! Это что сейчас было? Это я сделал, как ты попросил, блять. Просто толкать. Прямо в тачке сейчас навалю как следует. Ну все, пацаны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, всем пока. Надо поставить на ручник, а то машина укатывается.